Kia ora koutou katoa. Oh, I think I might have just... Did I? I've done something to my headset. That's all right. We're just going to have to live with the cable. I think that... Do you want to sit in groups of, like, companies, governments? So just mix it up? Is that all right with you? It's fine. Yep. Just take a seat wherever you like. Okay. I'm just not trying to move. I'm Paul. I'm London. Mix and match by gender or... By any method that you would like. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Well, then you. Well, I'm sitting here, so I can see the whole panel. So, yep, I am going to do that. And the only person that we're missing is the German government. The German. The German. Right. Okay, good morning, ladies and gentlemen. If you'd please take your seats in the room. Welcome to the panelists. Welcome to you all in the room. Kia ora koutou katoa. Welcome to this session on addressing terrorism. Добро пожаловать всем нашим здесь выступающим на трибуне и, конечно, всем нашим слушателям мы будем говорить о борьбе против терроризма, экстремизма и насилия в интернете. И это большая честь для меня быть ведущим на этой сессии. И, конечно, будет достаточно времени и для ваших вопросов, ваших комментариев. Вот еще есть один эксперт, который хотел к нам присоединиться. Прекрасно. Добро пожаловать всем. И вначале я вам скажу, что мы предусмотрели для вас сегодня. Значит, сначала будет маленький такой раунд, чтобы все имели бы возможность представиться. Потом будет видео из Новой Зеландии. И потом будут два блока. Первый блок по ответственности и по ответам. И это идет более-менее политическое направление. Какие разные ответственности существуют и какие возможные решения имеются на эту проблему экстремизма и насилия в интернете? И потом еще права и риски. Мы сейчас потом будем говорить, какую связь это имеет с правом человека и что можно сделать, чтобы с этим справиться, и потом будет у нас еще 20 минут приблизительно для вопросов из аудитории, и мы попросили бы всех участников тоже свои вклады дать, какие политические вы имеете ответы на эту проблему такого содержания, и какую роль экосистема смогла бы играть в интернете. Значит, вопросы – это насилие, экстремизм в интернете. Интернет мы все знаем, конечно, это очень большая сила для
добро, добра, в первую очередь, для коммуникаций. Есть разные платформы, которые позволяют пользователям сами свое содержание публиковать и таким образом распространять информацию и мнение большой публике. Но есть, конечно, и другие явления, экстремистские, экстремистского характера в Новой Зеландии. Была такая проблема в начале года, когда 500 человек были убиты в рамках терроратака на две мечети. Две мечети пострадали и в связи с этими терроратаками, и параллельно это было сравнено с событиями 11 сентября в США. И вопрос следующий. Как возможно блокировать или вообще ликвидировать такие проблематичные контент и содержание, снимать, стирать с интернета? Это интересный вопрос, и поэтому для меня это большая честь здесь быть ведущим на этой сессии. Прошу вас коротко представиться, очень коротко пару слов сказать, и потом продолжим дискуссию. Пожалуйста, вам слово. Большое спасибо. Меня зовут Эксон Лансер. Я из Уругвая и занимаюсь вопросами прав человека. Меня зовут Шерри Кларк из Министерства внутренних дел США в офисе по борьбе с терроризмом и особенно в интернете. Меня зовут Брайан Фишмен и работаю в компании Facebook. И отвечаю именно за те вопросы борьбы с опасными организациями, в том числе террористическими организациями. Я сам из науки, и там, значит, исследования вел по этим темам. Я Юган Деви Рато из Шри-Ланки, и являюсь учредителем WebWatch. Я WebWatch из Новой Зеландии. Вы потом услышите еще слово нашего премьер-министра на этом видео. Я тоже с кибертерроризмом и с цифровой безопасностью работаю. Я Digital Safety Officer Microsoft, зовут Грегуар Кортни и занимаюсь вопросами безопасности в нашей компании. Я Юпил Чой из Южной Кореи и буду говорить о Корее, о ситуации в Корее и о политике своей компании. В сфере безопасности в интернете меня зовут Герд Уильям. Я статс-секретарь в Федеральном министерстве юстиции и защиты потребителей. Герт Биллен, значит. Я отвечаю за вопросы социальных сетей, занимаюсь профилактикой и борьбой с терроризмом. И думаю, что это очень важный вопрос. Меня зовут Кейс Па. Я в Корее являюсь Синпарк, являюсь профессором, юристом и занимаюсь вопросами, значит, свободного выражения своих мыслей, своего мнения и самовыражения. И я занимался принципами Манилы и думаю, что это также важный вопрос. Моя задача как ведущий, значит, в первую очередь обеспечить, чтобы все следили бы за графиком и чтобы, значит, я буду, значит, вас всех тормозить, так сказать, протоэскаляционный процесс. Значит, премьер-министр Новой Зеландии, мы ее пригласили, но, к сожалению, из-за других обязательств она не смогла к нам приехать, но она послала нам такое видеопослание по этому контексту нашей работы. Интернет – это сила, это мощь для добра. Она всех объединяет, индивидуальных лиц, но и предприятия, экономические и социальные. Думаю, что этот форум должен заниматься именно положительными
положительными сторонами интернета. Коммуникационные технологии интернета предоставляют нам всем новую мощь, новую власть. Однако интернет не всегда действует только в пользу людей. Мы в Новой Зеландии особенно это видели, когда в Крайстчерче случились эти страшные террористические атаки. И этот ужас еще умножился, потому что был такой лайв-стриминг именно этих событий по интернету. И мы хотели, конечно, лишиться этого содержания, этого контента как можно скорее. И почему? Да, мы разделяем одно мнение по этим вопросам совместно с Францией. Мы создали инициативу, значит, Christchurch Call to Action, это призыв к действиям, чтобы противодействовать насилию в интернете, потому что этот контент, это содержание может нанести большой ущерб. Но на самом деле, но все-таки мы хотели бы, конечно, сохранить свободный и свободно доступный интернет. Я очень горжусь тем, что мы успели сделать, более 40 стран поддерживают этот призыв, и многие крупномасштабные технологические компании нас тоже поддерживают. Мы знаем, что мы не можем в национальном плане только решать этот вопрос. Гражданское общество, наука, бизнес, мы их все объединяем, призываем к этому, чтобы решать эти вопросы. Этот призыв Крайстчерча имел место в очень сложное время, потому что перед нами большие вызовы именно по, что касается контента, такого содержания, насилия и экстремистского содержания, ненависть, клевета, ложная информация, которая распространяется по интернету. Мы должны с этим справиться, бороться. Вы знаете, что наша страна маленькая страна. Мы можем принимать законы для нас, но глобальные проблемы мы не сможем сами решать. Мы сможем это только вместе решать. И поэтому такой форум, как сегодняшний форум по управлению интернетом, он является таким важным, таким полезным. Конечно, речь идет о защите прав человека, но международные, еще международные правовые законы против терроризма. Нам нужен свободный глобальный интернет, чтобы использовать именно преимущества этой технологии. Но для этого технологические и другие предприятия должны сотрудничать с нами. И этот призыв Крайстчерча является призыв к действиям. Это именно то, что мы просим. Мы хотели бы на самом деле стать активными против терроризма, экстремизма, насилия онлайн, то есть в интернете. И хотя есть определенные достижения здесь и во всем мире, но все-таки, конечно, многое еще необходимо сделать. И большое вам спасибо, что мы все об этом говорим, разговариваем, обмениваемся мнениями. Я думаю, что это красивый, хороший мир, в котором мы живем, но мы должны вместе сотрудничать, чтобы добиваться еще лучшего. Спасибо. Премьер-министр говорила о призыве к действиям. Вы можете это найти и онлайн. Призыв к действиям Крайстчерча. Я уверен, что мы еще больше будем услышать об этом. В рамках первого раунда речь идет об ответственности и об ответах. Мы начнем с господином доктор Паркс. Какие разную ответственность должны нести различные стороны в этом процессе? Да, вы мне сказали, что время очень ограничено, вы очень строгие, так что я буду очень коротко высыпать. Значит, насилие, экстремизм – это как бы неправильное понятие и онлайн, но и в реальной жизни есть много насилия. Посмотрите просто на компьютерские игры, которые дети играют. Думайте о таких фильмах, как Clockwork Orange, например. Высший суд США принял Стивенс и Браун решение. Речь шла о видеоиграх,
Они сказали, что нельзя запрещать такие игры за счет содержания, а что конкретно надо уже доказать, что был нанесен ущерб, а пока такой ущерб не нанесен обществу, нельзя в демократическом обществе запрещать такие игры. Я думаю, если мы говорим о экстремизме, о насилии в интернете, речь идет о ненависти выступлений полной ненавистью. Я думаю, что речь идет о именно законодательном ограничении таких высказаний в интернете. Есть много научных исследований, которые уже были осуществлены, но все-таки есть вопросы, которые не решены. ООН определяет такие явления, как высказания, значит, ненависти или враждебности на основе расы, на основе религии или других каких-то критерий. Но что это означает вообще? Как возможно это измерить? И если такие высказания, если это не приводит к каким-то действиям, каким-то конкретным действиям насильственным или к угнетению, скажем, каких-то групп или группировок. Идет ли речь вообще о таком высказании ненависти или нет? И вот что касается организаций, которые также поддерживают такую вражду, которые, если вы вступаете в такую организацию, это уже какое-то выражение или высказывание ненависти или нет? И какую ответственность несут платформы? Наверное, я задал больше вопросов, чем дал ответов, но мне кажется, все-таки хорошее начало. Да, спасибо за это провокативное начало нашей дискуссии. Наверное, вы сейчас получите мнение здесь разных стейкхолдеров, разных группировок, гражданского общества и бизнеса, правительства. Но вы должны сейчас подумать о том, какую часть ответственности несет ваша часть общества, так сказать, сначала. А потом, если у вас есть какие-то там интересные мнения о том, что другие должны сделать, тогда, пожалуйста, начнем с представителями правительств. Пол Эш из Новой Зеландии, пожалуйста. Спасибо за то, что вы мне дали эту возможность выступать. Наш премьер-министр, она уже здесь, так сказать, выступала в своей видеопослании. Она сказала очень важное дело. Она сказала, что наша страна не считала, что мы сможем в одиночку действовать. Конечно, мы смогли принимать какие-то законы сразу же на национальном уровне, но, конечно, после Крайстчерча и этих событий ужасных мы сначала думали о том, какие разумные шаги можно предпринимать. Это значит, что мы не пошли этим путем принимать поспешно какие-то новые законы. Мы хотели улучшить сотрудничество с другими, чтобы разработать новые хорошие законы в этой области. Мы были убеждены в том, что мы здесь находимся на очень сложной территории, в сложном таком пространстве, просто не разбираемся пока в этом. И новое регулирование всегда может привести и к отрицательным, нежелательным последствиям, если не все обдумывать. Поэтому мы начали с этим призывом к действиям, с четко определенным фокусом и да, речь идет о страшном террористическом акте. Одно лицо
убило 51 человека, которые молились там в своих мечетях и использовали разные платформы, чтобы распространять это по интернету. И поэтому мы разговаривали с организациями, которые занимаются вопросами общественной безопасности. Также, конечно, важно понять, что у нас самые разные перспективы были со стороны гражданского общества. С одной стороны, есть сторонники, которые выступают за право свободного выражения своих мыслей, своего мнения, но с другой стороны, есть группы, которые представляли жертвы, и надо объединить все эти группы. И таким образом мы пришли к этому призыву, к Крайстчерчскому призыву к действиям. Речь идет о центральной роли, конечно, государства для обеспечения общественной безопасности, защиты общественного договора, обеспечить нашу и защищать нашу либеральную демократию. И те страны, которые с нами сотрудничают, которые также защищают права человека, защищают международное право в любое время. И мы сотрудничали также с предприятиями, которые также осознают свою ответственность, чтобы внутренние свои стандарты они сначала реализовали бы, и чтобы у них были бы инструменты в руках, чтобы на самом деле предотвратить такие явления. И потом самое главное было, чтобы признать необходимость сотрудничать. Это самое главное с моей точки зрения. Мы многое уже поняли, и это касается и бизнеса, по-моему, и от гражданского общества мы получили очень много ценной информации. Нету какого-то баблфиша, который сможет между нами как-то передавать эту информацию. Значит, мы должны все-таки постараться друг друга понимать всегда. И к этому мы стремим и сегодня на этой сцене. Вот господин Билен, заместитель министра из Германии. Вот какие последствия имеются, или что желает такой экстремизм в интернете, в сети, чем он занимается? Конечно, есть хорошо профинансирование исламистские, но и правые такие группировки экстремные, которые подрывают нашу демократию, которые стараются уничтожить наше плюралистское общество. И они стремятся к этому, что они нападают на отдельных лиц, например, на журналисты, на мэры городов, на тех, которые выступают за права человека, но и на представителей наступают, на представителей религиозных общин. Они хотят, значит, они хотят пугать этих людей, чтобы они боялись бы свободно выражать свое мнение. И, значит, мы общаемся с платформами, с гражданским обществом, с другими партнерами. И несколько лет тому назад мы начали этот процесс, социальные сети, социальные платформы. И мы спросили, какова ваша задача, чем вы занимаетесь. Я думаю, ничего не изменилось с тех пор. Тогда они сказали нам, что они являются технологическими компаниями, они просто предприятиями являются. Они следят, значит, своим целям, они хотят добавиться своих целей коммерческих. Но мы сказали бы, что они не только являются предприятиями с коммерческими целями, а они имеют прямое влияние, возможность прямо влиять на нашу демократию, на наш образ жизни. И злоупотребление такой платформой имеет и отражение на нашу жизнь. И мы спросили, чем вы занимаетесь? Мы вообще говорим не о
языке ненависти или риторике ненависти, это не запрещено в Германии. Можно сказать, да, я вас ненавижу, а мы говорим о преступлениях, значит, на основе ненависти. Такое есть понятие. В Германии, например, нельзя геноцид над евреями, то есть Голокост, значит, сказать, что это не случилось, и если вы это скажете, то, значит, вы можете, вас могут подать в суд за это, и, значит, у нас есть стандарты, соответствующие наших сообществ, и на этом основе, возможно, эти содержания криминальные, преступные ликвидировать из сети, и то за один суток. И кроме того, были разные жалобы, с которыми мы обращались к этим платформам. Например, было одно предприятие, которое получило такое поручение от нас. Это предприятие, это компания посылала Фейсбуку, Google, Твиттеру такие жалобы, и на самом деле была хорошая реакция сразу же, эти содержания они уничтожили. Но если я, так как гражданин, это делаю, тогда редко получаю какого-то ответа. Это означает, что компании не на самом деле выполняют свои обещания. И тогда мы написали закон с тем, который говорил, что социальные площадки, платформы должны нас информировать и создавать транспарентность. Сколько жалоб они получают, сколько жалоб они убирают, по каким причинам они это убирают или не убирают. Мы запросили цифры, запросили информацию. Есть ли у них система менеджмента жалоб? Потому что изначально у меня было такое впечатление, что система менеджмента жалоб в Твиттере вообще не существовала. У них не было ни финансовых средств, ни людей, которые занимались бы вот этой вот площадкой. Теперь о решениях. Основания для убирания такой информации с интернета должен быть криминальный кодекс в Германии. Часто применяется частное право, но в демократии никто не может применять такое частное право, потому что это парламент должен принимать такие решения. Итак, речь идет об увеличении прозрачности. И если какой-то контент нарушает право и относится к криминальному праву, то этот контент нужно убирать из интернета. Теперь вы упомянули о надзирании разных деятельностей онлайн. Мы теперь сотрудничаем с французским правительством и хотим ЕС представить наше предложение, потому что мы считаем, что ЕС является правильным уровнем для разработки таких правил, и потом, может быть, Европейский Союз разработает какой-то закон по отношению к цифровым услугам. Может быть, нечто такое, как директивы по и коммерции. Помимо этого, надо больше внимания уделить жертвам, потому что жертв очень много не только в интернете, но и в действительной жизни, когда они приходят в полицию, хотят пожаловаться, то им говорят, ну нет, в принципе, это не проблема, это ведь только в интернете, ничего не делают. Но на самом деле у нас в Германии, например, очень серьезный такой плохой опыт, когда убили функционера в Германии, и кто-то получил эту информацию, и радикализовал эту информацию в интернете. То есть быть жертвой
может принять много разных форм. Например, журналисты иногда боятся покинуть дом, потому что свой дом, потому что входную дверь их дома публикуют в интернете. И это надо все разъяснить, кто этим занимается, для кого, почему, в каких организациях и на кого. Вы, я видите, уже показываете на часы, мое время истекает. Миллионы немцев пользуются, и плохо или плохо пользуются Facebook, Google и так далее. Они очень часто недостаточно проинформированы, недостаточно знают, может, 3 тысячи людей только работают в таких сетях зла, которые пытаются как-то подорвать нашу систему, подорвать наш интернет. Поэтому, конечно, мы призываем всегда и гражданские сообщества с нами сотрудничать. Мы очень часто говорим в Германии о том, как надо поддержать и продвигать свободу мнения. И это также в контексте интернета. Но это надо все учитывать не только положительные стороны, но и не отрицательные. Я предоставляю слово доктору Кларк из Соединенных Штатов. Вам слово. Я хотела только пару слов сказать от имени правительства США и объяснить наш подход. Американский подход является общим таким подходом, который включает все общество. Мы пытаемся очень сильно концентрироваться не только в краткосрочной перспективе убирать какой-то злой контент, но и в долгосрочной перспективе бороться с террористическими посланиями онлайн. У нас очень уже на протяжении многих лет действует директива по этому делу. Американская конституция, в нее вписано право на свободу мнения, и в первом, и, конечно, в рамках международных действий мы тоже защищаем права человека. Мы продолжаем работать против террористических посланий в интернете, против таких посланий, которые поддерживают терроризм. В то же время мы поддерживаем, конечно, права человека как мнение, свободу мнения. Но мы не убираем контент с интернета, если он не прямым образом нарушает права человека и американские права. И очень часто мы боремся против экстремальный контент не нарушает американского закона, и они тогда защищаются американской конституцией. Второе, что я хотела бы упомянуть, и я хочу сказать, что это напрямую, конечно, связано с нашей темой. Мы, конечно, в сильной мере очень зависим и пользуемся технологическими применениями и теологическими прогрессиями. То есть мы просим технологические компании, конечно, также использовать свои технологии и пытаться запретить экстремистский контент в интернете, не позволить его распространение. И, конечно, нам еще много надо чего сделать, но мы считаем, что мы делаем прогресс. И мы хотели бы упомянуть не просто какие-то действия и... Мы знаем, что предприятия над этим работают и борются с терроризмом, но и большие организации. И они пытаются сотрудничать в области технологий, в области науки, пытаются предотвратить использование своих площадок террористами. Хотя иногда они даже не в курсе, не знают и даже не замечают, что это происходит. Мы придерживаемся мнения, что самая эффективная мера бороться с экстремизмом, терроризмом в
интернете – это не цензура, не репрессии, а больше дискуссий и больше толерантности. Поэтому мы ищем альтернативные возможности и ищем альтернативные пути, как бороться с терроризмом. В США мы думаем, что мы должны в долгосрочной перспективе быть сильными и стойкими по отношению к терроризму, и пытаемся объяснить это обществу. Мы пытаемся образовывать и информировать гражданское общество, предприятия, группы и всех стейкхолдеров. Нам также ясно, что если мы будем запрещать риторику ненависти, что это может быть контрпродуктивно и, в принципе, даже мешать нам в нашей работе. Мы видели, что некоторые правительства используют вот эту вот тематику и цель борьбы с терроризмом с тем, чтобы ущемить свободу мнения и права человека. И если мы тут в общем говорим о терроризме и насилии, то мы видели, что терроризм экстремально правых групп процветает в таких условиях. Они нам сказали, что цензура правительства является их самым эффективным инструментом для процветания, потому что они это используют. И в заключение хотел бы сказать, что международное сотрудничество, как этот форум, например, конечно, очень помогает нам при решении этой проблемы. И в заключение еще раз я хотела бы сказать, что к насильственному экстремизму, насилию, экстремизму мы, конечно, различаем между риторикой ненависти и риторикой насилия, потому что мы, конечно, концентрируемся на насилии, мы пытаемся не контролировать как правительство, как люди мыслят, как люди думают и разговаривают, но мы, конечно, не хотим, чтобы существовало насилие. Спасибо большое. Мы говорили об ответственности, вы упомянули о том, какие конституционные рамки у вас в стране существуют и как вы пытаетесь найти сбалансированный подход. У нас есть представители из частного сектора, и я хотела бы предоставить слово Юнпил Чой, которая представляет свое предприятие. Спасибо большое. Мы, когда говорим об этом, нам надо обязательно понять, что очень различается от предприятия к предприятию, от страны к стране социальный контекст. Мы создаем социальную площадку и также работаем и предлагаем услуги мессенджера. Наша компания Какао, конечно, регулирует сама себя. Мы предоставляем услуги, и, конечно, мы должны придерживаться действующего права в нашей стране. Мы пытаемся защищать наших пользователей от вредных каких-то вредного контента. Это значит, что те, которые у нас открывают аккаунт и ставят свои какую-то информацию онлайн, мы пытаемся их защищать. В Корее дело происходит так, что правительство очень строго контролирует все действия. У нас есть так называемая закон, который называется КИСУ, то есть это саморегуляция интернета, которую поддерживают пользователи интернета. Очень важно здесь упомянуть, что распространение такого вредного контента тоже падает под эту регуляцию, то есть пользователи сами участвуют
в этом процессе они сами говорят, что есть такой-то и такой-то вредный контент, и его надо убрать. Поэтому мы всегда просим наших участников о содействии. Помимо этого, мы всегда объясняем нашим пользователям, что же является таким вредным контентом, и предоставляем им все для этого нужные информации. Мы похожи немножко на платформу Yahoo. И, конечно, мы обеспечиваем также и возможность обмениться мнениями на нашей площадке. Но есть и существуют и большие социальные проблемы, а именно некоторые пользователи используют такие площадки и унижают других пользователей, например, на этих платформах. То есть мы видим, что есть отрицательные побочные явления, конечно, у этих возможностей комментировать что-либо в интернете. И, естественно, мы также предлагаем и развлекательную информацию, но и просто информацию. Мы пытаемся очень быстро реагировать на социальные изменения онлайн и пытаемся найти возможности защитить наших клиентов, наших пользователей, пытаемся создать равновесие и как-то защищать интересы всех пользователей. Таким образом, мы соответствуем нашей социальной ответственности. Спасибо большое за вашу информацию. Предоставляю слово нашему следующему участнику. Вы выступаете в двойном качестве. Да, действительно. Спасибо большое за то, что вы предоставляете мне слово. Я бы поговорил о наших мерах в Фейсбуке, и потом я поговорил бы о том, какие меры мы вообще у нас в стране применяем, чтобы бороться с терроризмом онлайн. Это, конечно, инициатива, на которой концентрируются очень многие, и мы пытаемся сейчас перейти к новым системам. Есть многое, о чем стоило бы поговорить. Итак, во-первых, подход Фейсбука. Мы разработали меры для борьбы с такими опасными организациями, то есть террористическими организациями, организациями, которые распространяют ненависть и так далее. И мы разработали 5 направлений. Во-первых, мы пытаемся усилить стандарты нашего сообщества в форме услуг. Потом мы запрашиваем информацию, то есть когда мы видим угрозу и угрозу насилия, мы говорим, что же нам теперь делать. И потом, в-третьих, мы поддерживаем попытки и усилия гражданского сообщества в борьбе с риторикой ненависти. В-четвертых, это люди, которые работают в Фейсбуке, то есть в действительности, и даже те, которые регулярно сталкиваются с ненавистью онлайн или просто в собственной жизни. И в конце концов, как подключить промышленность и поддержать остальную промышленность. Мы надеемся разработать какие-то инструменты с тем, чтобы они могли действовать. Но, в принципе, это теперь уже вышло из рамок конкуренции. Мы пытаемся, конечно, вывести какие-то уроки из успешных наших мероприятий и также из ошибок. И вот я работаю над этими 5 задачами, но для этого есть, конечно, множество команд, которые также работают над этими мерами. Есть команды, которые весь день только разрабатывают какие-то меры действий. Некоторые являются настоящими экспертами в этих областях. И мы координируем усилия в разных предприятиях, в разных этих направлениях и пытаемся это как-то усилить и поддержать. Но, в общем, в Фейсбуке работают 350 людей по всему миру, которые занимаются, тысяч
людей, которые занимаются этими вопросами, и дополнительно к этому 15 тысяч, которые проверяют контент онлайн. Но на самом деле, я думаю, что мы недооцениваем этот вызов. Я, например, лично это не понимал. Я был одним из первых, который... Я был первым, который занимался людьми и изучал поведение людей, которые потом создали ISIS. И я совершенно недооценивал работу социальных сетей, социальных платформ. И я хочу вам всем предложить подумать об этом. В этом году, за последние 6 месяцев, к концу октября этого года, мы больше 10 миллионов контентов убрали из Фейсбука за то, что они нарушали наше право и были какими-то террористическими. Это, конечно, невероятное количество посланий. И мы в некоторых случаях позволяем пропаганду, если это как-то другим путем делится. Но все это проанализировать, если вы учтете контекст, если вы работаете на разных языках, в разных условиях, все это ужасно сложно. Это сложно для людей. Это еще более сложно для машин, для аппарата. У нас очень хорошо разработанный искусственный интеллект. Мы только что сами говорили о трудностях для искусственного интеллекта, но я хотела бы просто с вами поделиться этой информацией и попросить вас подумать об этом. И поэтому, именно поэтому наши меры, наши правила действуют по всему миру и вступили в силу по всему миру. То есть, если мы хотим на национальном уровне отвечать и реагировать на эти угрозы, нам нужны структуры для сколько стран вообще во всем мире, может быть, 200, я не знаю, но это будет ужасно сложной задачей, если мы хотим это сделать правильно, если мы хотим это сделать хорошо. И теперь я перейду к последнему своему пункту. Это глобальный форум в интернете, чтобы в борьбе с терроризмом. Многие из вас, наверное, не знают об этом. Итак, наш глобальный форум в борьбе с терроризмом был формально создан 2 года тому назад приблизительно. И у нас было очень много дискуссий на технологических площадках, конечно, еще и до его создания. Мы создали этот форум. Facebook, Microsoft, Google и Twitter в этом участвовали с целью поделиться лучшими и самыми плохими практиками, чтобы просто поговорить о наших проблемах. Потом мы использовали так называемые хэштеги, как «нет терроризму» или «цифровой отпечаток пальца» и так далее. Чему мы научились, это то, что, и что мы поняли, это то, что после того, что случилось в Крайстчерче, то есть в этой церкви, что надо срочно усилить наши действия. Мы поняли это, когда когда эта атака за минуты, за секунды информация о ней разнеслась онлайн по всему свету. И это показало нам, что лучшая координация, да даже не координация, а просто понимание того, когда надо друг с другом связаться и надо, может быть, даже написать какой-то протокол, и каким образом надо друг с другом связаться, это очень важно. И тогда вот мы создали этот форум как независимый орган. Это действительно ключевой момент для нас. Мы как раз сейчас, в данный момент, находим в середине этого процесса. Наши адвокаты работают над документами для создания этой независимой организации. Потом мы будем принимать экспертов на работу и вообще сотрудников на работу и будем
конечно, предоставлять средства, финансовые средства для этой организации. Я хотела бы об этом говорить. Вы хотите, чтобы я быстрее говорила? Итак, я два пункта хотела бы очень быстро упомянуть. Во-первых, конечно, управление, и потом активное действие этой организации. Конечно, это будет организация для промышленности, и промышленность будет вести. Но когда мы говорим о безопасности, надо обеспечить, что мы, что правительство участвует и разные организации участвуют в нашей работе. Мы хотим, чтобы это были правительства, которые уважают права человека. Поэтому нам нужна какая-то коалиция свободы онлайн. Мы хотим не просто говорить с правительствами за закрытыми дверьми, мы хотим создать структуры, в которых участвует и гражданское сообщество. Мы хотим создать равновесие, потому что эти разговоры, эти дискуссии должны иметь место, должны происходить там, где люди хотят конструктивно друг друга проверять. Вот в этом наша идея. То есть мы пытаемся... Ну, конечно, нам это намного проще это сказать, чем сделать. Мы уже очень много говорили о том, как мы это хотим создать, но вот это наша идея. И последнее, что я хотел бы сказать, что мы планируем в рамках этой организации, если она будет функционировать, мы хотим осуществить то, что уже функционирует. Мы хотим предлагать образование и тренинг для мелких платформ. Мы хотим представлять им информацию о функционирующих условиях пользования. Мы хотим предоставить информацию об искусственном интеллекте и машинной работе, что мы можем сделать для того, чтобы защитить психическое здоровье тех лиц, которые видят определенные контенты, потому что они работают там. Мы хотели бы изменять хэштеги, мы хотим представить малым предприятиям, представить возможность быстро опознать какие-либо кризисы, потому что у них нет своих команд, которые могут это делать по всему миру, как это делают Facebook и Microsoft. И последний пункт. Мы хотим также ответственно проводить исследовательскую работу. У нас нет таких возможностей, как у правительств, но мы хотим предоставлять хорошие финансовые условия для исследователей, которые занимаются этим вопросом. И последнее, как профессор про борьбы с терроризмом, так сказать, я данную тематику, этой тематике учился в различных университетах. Терроризм — это стратегия слабых, это стратегия провоцировать нас для того, чтобы мы делали ошибки. Хотят нас провоцировать таким образом, чтобы мы чрезмерно отреагировали на эти звенья или неправильно отреагировали на эти явления, с тем, чтобы мы сами повредили своим долгосрочным интересам. Мы не должны попасть в такую ловушку, мы не должны говорить о том, что мы не хотим, а говорить о том, чего мы хотим. Если мы говорим о регулировании, если мы говорим о всех этих вопросах, то мы должны задать себе вопрос, за что мы выступаем. И это касается и нашей политики в связи с терроризмом. Большое спасибо за ваши перспективы. Следует Кортни Кнаф от компании Microsoft. Госпожа Кортни, я хотела бы сейчас выступить по тематике ответственного их действий в связи с насильственным терроризмом. Как вы знаете, Microsoft предоставляет целый обширное число или большой спектр различной продукции, и поэтому мы очень много знаем о проблемах и рисках. И мы должны подумать о том, как наша ответственность будет здесь определяться именно нами. Я об этом позже расскажу об этом более детально. Но как начальник, который отвечает за цифровую безопасность, я могу вам сказать, что мы работаем по данному вопросу на политическом уровне, но также и на техническом уровне. Данную ответственность я хотела бы также подчеркнуть в связи с событием в Christchurch. Почему Microsoft является таким сильным сторонником многостороннего подхода? Потому что здесь речь идет о вызове всему обществу. Если мы хотим решить эти вызовы, тогда мы должны подумать, как мы можем сотрудничать, несмотря на все секторы. Каждый, кто располагает соответствующей информацией, различными ответственностями и компетентностями.
Крайстчерч была, скажем, уникальным таким явлением, потому что здесь очень четко было определено, какую ответственность есть у промышленности, у правительства и так далее. У правительства это однозначно, что каждая форма, каждый вид действия, содействующий терроризму, что его надо подавлять. Что касается промышленности, здесь ситуация менее понятна. Мы должны определить, какие продукты и сервисы мы предоставляем. И нам здесь необходим также обмен мнением по этим сложным вопросам. Хотела назвать суть проблемы. Мы смотрим рамочные, так сказать, условия, которые можно назвать таким стряпанным из различного вида законом. Мы должны четко определить риски и определить, как мы соразмерно отреагируем на него. Я не говорю сейчас о Facebook, а, например, о системе LinkedIn, потому что там здесь нет ситуации один к одному, а здесь есть структура предприятия. И, конечно, есть офисные продукты, которые мы предоставляем, и следующий дилер имеет уже доступ к различным технологическим возможностям. И мы не контролируем потом уже эти контенты. Затем есть и проблема с облачной инфраструктурой. Это очень сложно. Мы найти для этого соответствующее технологическое решение. Мы могли бы сказать, что здесь нет каких-либо рисков, связанных с нами, но мы хотим это сделать. Мы должны точно определить, кто будет ответственность, и мы должны говорить о том, что произойдет, если здесь не будет четко определены границы ответственности, не будет ясности о том, кто за что отвечает. Наша цель состоит в том, чтобы мы в ходе наших мер хотим укреплять права человека, не теряя из виду прозрачность и транспарентность. Большое спасибо. У нас есть еще представитель здесь гражданского общества. Не знаю, правильно я сказала ваше наименование. Йодхатняня, Вератня. Каждый всегда путает мое имя. Я из Шри-Ланки. У меня две функции. И мне говорят, что я говорю очень быстро. Я постараюсь говорить медленно. Во-первых, я являюсь ученым в области данных, в так называемом мозговом танке Линейжа. Я уже работаю уже много лет, поэтому я работаю также в рамках системы Watchdog, которая была учреждена в Шри-Ланке после террористического акта в Крайстчерч. Прошу поднять руки, если вы уже видели, как эксплодировала бомба, как взрывалась бомба. Это, конечно, мало. И это, конечно, очень страшно. Это не паника, с которой вы сталкиваетесь, а вы просто стоите столбняком, вы ничего не понимаете, вы просто опустошены этим событием. С марта 2018 года я немножко работал против Facebook, а потом с 2018 года работал с кризисной командой Facebook. Речь шла о том, чтобы лучше понимать именно вот риторику ненависти, которая есть именно в интернете, язык ненависти. Я не только хотел встретиться, с партнером в гостинице, и вдруг он увидел, как тела летят, так сказать, по воздуху, и он осознал, что он теперь должен что-то сделать, он должен, чтобы предотвратить такие действия. И здесь надо с академическим подходом четко подумать о том, как мы можем в автоматизированном порядке предотвратить распространение такого контента. Если такие события происходят, такие теракты, тогда мы уже, конечно, опоздали, но мы должны предотвратить следующее. Мы уже думали о том, можно ли использовать отчет ICC-65, но у нас нет времени для того, чтобы ждать, пока это дойдет до суда, потому что это будет слишком поздно. Речь идет о том, чтобы оказать первую помощь, потому что огонь можно подавлять
лишь водой, а не огнем. Это мы, значит, мы создали определенную структуру, которая идентифицирует соответствующий контент. У нас 45 тысяч или 450 тысяч пользователей. И мы установили, что в данное время являемся самым крупной базой данных для ложной информации. И я установил, что у нас уже 100 сотрудников. Это я сам не понимаю. У нас сначала была там малая какая-то компания, малая какая-то структура, а теперь она является уже структурой-монстром. И это уже сопоставляется с тем, над чем я работал как ученый. Речь идет о том, чтобы здесь внести академическое мышление. И эти 45 тысяч участников у нас не было с самого начала. Но если мы посмотрим на то, с какой скоростью в Шри-Ланке распространяется ложная информация, вы сказали, в Германии это меньшинство, в Шри-Ланке большинство пользователей занимается генерированием ложной информации. Это значит, что люди не в состоянии контролировать эти действия. Даже если 50% пользователей Фейсбука будут контролировать другие 50%. Мы сотрудничали с Фейсбуком. И так как в Фейсбуке есть очень политизированная платформа, мы задали себе вопрос, как возможно, что данная политика не реализуется у нас, например, в Шри-Ланке. Может быть, это функционирует в Германии или в Соединенных Штатах Америки, но в глобальном юге это не функционирует. У нас есть think tank с государствами глобального юга, и мы видим, что здесь меры против таких явлений у нас очень недоразвиты. В глобальном юге существует целый ряд языков, которые, где у нас нет соответствующего набора, скажем так сказать, корпуса, скажем, слов, словарей и так далее. У нас нет такой перспективы и ситуации, чтобы технически настроенный человек, который работает с английским языком и немецким языком, чтобы он с помощью кода мог бы решить соответствующие проблемы во всем индогерманском пространстве. Есть возможность с помощью определенного кода решить ту или иную проблему. У нас это стоит 10 лет работы. Затем у нас есть еще и дизайнерская проблема, а также проблема, связанная с алгоритмами. В Шри-Ланке ситуация такая, что большинство языка ненависти обращена против тамил и против мусульман, и против ислама. И мы сказали, что специфика такого угрозы должна быть учтена. Я, например, если, например, говорят, я убью моего соседа завтра, вот там это конкретная угроза, которую можно на различных уровнях довести до соответствующих службы и так далее, но в моем языке у нас нету, как сказать, формы будущего, и поэтому наш язык должен быть сначала бы достаточно исследован насчет того, как вообще выражается ненависть на нашем языке, потому что здесь недостаточно просто анализировать определенные комментарии и написать хорошую политику. Это у нас требуется лучшее сотрудничество с техниками, потому что Facebook, наверное, является самым большим корпусом для текста во всем мире. И эти данные должны быть предоставлены гражданскому обществу именно в тех сферах, где возникают определенные проблемы. И здесь должны исследователи, академики, лингвисты, этимологи, которые должны заниматься этим вопросом. Например, есть слово «хамби», которое по-тамильски понимает «младшего брата». А между двумя тамильцами это используется также и как приветствие. А на сингальском языке пользуются этим словом, если сингалист говорит это с мусульманом, тогда это является уже большой обидой. И алгоритм должен понимать,
чтобы знать, является ли это языком ненависти, он должен сначала знать этническую принадлежность выступающих. И многие проблемы возникают из-за того, что языковые структуры, а также само естество языка, оно, так сказать, неизвестно. Здесь существуют проблемы также и на уровне прав человека. Мы должны понимать, что это слово «тамби», может быть, если это еще написано на английском языке, не только на сингалийском языке, теперь у нас уже есть таких три уровня, три языковых уровня. И это не просто. Каждое предприятие может нажать на красную кнопочку и погасить данный контент. Но что я бы хотел видеть, это то, чтобы эти предприятия занимались и с людьми, и с исследователями на местах, потому что такие исследователи существуют, и есть экспертиза, но данные и дизайнеры, они находятся в других местах. И я не хотел бы, чтобы кто-либо в Менло Парке, который знает английский язык и что-нибудь составляет в своем контексте, чтобы это функционировало на других языках, где структура языка совершенно иная, потому что это не удастся, и поэтому требуется здесь более тесное сотрудничество. И это связано с тем, чтобы мы, так сказать, собрались вместе, и это связано также и с финансированием, потому что это Christchurch School является прекрасным политическим инструментом, но Новая Зеландия должна была встать, так сказать, на ноги и попросить мира внимания. Такие теракты совершаются и в других государствах, но это никого не интересует. И поэтому я очень благодарен Новой Зеландии за то, что данная тематика была, скажем, выведена на глобальный уровень, и что у нас была возможность именно обсудить именно вот эти вопросы. С моей точки зрения, ситуация такая, что прежде чем мы можем вести прекрасные дебаты о политике, об изменениях, о том, как действует там правительство и так далее, мы должны сначала решить технические проблемы, и юристы должны также собраться с учеными из области переработки данных, чтобы определить, что вообще возможно с технической точки стороны, с тем, чтобы то, что пока невозможно, сделать практически возможным. А до этого мы будем просто производить целую кучу бесполезной бумаги. Большое спасибо. Это была, конечно, очень интересная перспектива. Это научная перспектива, которую вы нам показали, показывает нам, насколько громадным является тот вызов, с которым мы сталкиваемся, и что никто с этим вызовом не может справиться в одиночке. Мы должны сотрудничать с тем, чтобы найти горизонтальное решение данной проблемы. Это то, что касалось ответственности и способом, как можно эту ответственность исполнить и реализовать. И прежде чем обратиться к публике, хотел бы обсудить вопросы риска. Мы уже немножко об этом слышали. Мы начнем с господина Эдисон Ланца из Уругвая. Он, может быть, предоставит нам соответствующую основу, прежде чем вот наша сессия будет обсуждать этот вопрос. Прошу вкратце высказаться об данной тематике, и потом мы подключим публику к этому. Добрый день. Я, так сказать, выступаю здесь в последнюю очередь, но речь здесь идет, конечно, о языке ненависти, о терроризме и ксенофобии, сжигание ксенофобии. Очень трудно определить категории и затронуть два феномена, два последствия, которые влекут за собой проблемы для свободного высказывания, свободного мнения. Есть различные риски, в том числе и для предприятий, как действовать с данной тематикой. Я являюсь спикером по вопросам свободного мнения, свободного высказывания и занимаюсь вопросами или проблемами, где существуют атаки на эту свободу, и рассматривают это в рамках различных контекстов. Например, в контексте террористических терактов, затем распространение таких преступлений, связанных с ненавистью. Там терроризм не является большой проблемой,
Ну, призыв к насильству и криминальной организации в Средней и Латинской Америке вот этими вопросами я занимаюсь. Что касается проблем, которые возникают в сфере цифровых технологий, а именно ложная информация, пропаганда, вмешательство в анонимность пользователей, а также атаки на журналистов или активистов по вопросам прав человека. Очень важно определить, сказать, что правительство должно отреагировать, обязано отреагировать на такие явления. Но это часто ведет к слишком большому ограничению свободы мнений. Ограничивается именно свобода мнений, и это не является эффективным ответом на язык ненависти, на риторику ненависти. Критическая дискуссия является очень важной для того, определения правильной стратегии для того, чтобы защищать право на свободу слова. Это значит, что здесь требуются ответы на такую риторику ненависти. Правительство не должны вводить рестриктивные меры, которые являлись бы слишком широкими или обширными, потому что демократия основана на правовом государстве, и есть государства, как Никарагуа и Венесуэла, которые тоже являются, в принципе, демократическими государствами, а также и Боливия, и Чили, но там существует большое давление в отношении от использования такой концепции. Это значит, что там восхваляют террористов. И в рамках защиты свободы слова через государство или государство. Также существуют называемые kill switch, и для того, чтобы гасить какие-либо контенты. Это довольно проблемные меры, которые невозможно просто обосновать часто. У журналистов есть право защищать идентичность своих источников, от которых они получают информацию. И речь идет об отношениях в связи с платформами. Платформа играет здесь очень важную роль именно при модерации соответствующих контентов и потока информации. И спикеры выработали уже конкретные рекомендации в адрес предприятий и компаний с тем, чтобы реализовать определенные стандарты прав человека, с тем, чтобы или в области политики по мониторингу контента. И хотел бы сказать высказаться по тематике рекомендаций для предприятий, которые они должны сейчас осуществить. Во-первых, что касается компаса по надзору, значит, в области государственного надзора, которые здесь существуют, были выставлены соответствующие рекомендации. Во-первых, должно регулярно проводиться регулярные исследования по вопросам прав человека и политики данных, соблюдения прав человека данными предприятиями. Речь идет также о политике по свободе слова, чтобы эта политика соответствовала национальному законодательству, но также международному законодательству, потому что, как вы знаете, это относится и ко всем сферам нашей жизни. И, во-первых, мы должны лучше помочь тем, чьих права нарушаются. Это должно быть сделано прозрачно в рамках определенного механизма, который затем приводит также и к определенным решениям. И я очень рад тому,
что это теперь становится более известным, с тем, чтобы таким образом мы можем теперь построить именно такую независимую структуру по контролю и надзору. Так. Затем речь идет и о борьбе с таким, с такой риторикой. И здесь у предприятий тем больше ответственности, и они также, например, и соответствовать этой ответственности. Например, в случае Шри-Ланки, там Google, Facebook, Twitter, Microsoft и так далее, то у этих компаний есть глобальная политика, и здесь есть требования, чтобы они больше занимались и конкретной локальной ситуацией. Похожая ситуация имеет место и в Мексике, Аргентине, Чили или Канаде. Здесь тоже существуют большие различия, и во многих случаях мы знаем, что Facebook или Twitter реагируют настолько медленно, что потому что нет соответствующей политики в это, и поэтому нет соответственной информации о таком контенте. Также необходимым является ввести международные нормы по контенту, с тем, чтобы у предприятий были рамочные такие правила, для того, чтобы они могли лучше развивать свои инструментарии, свои практические инструменты, с тем, чтобы они лучше могли реагировать на такие явления. Это, конечно, хорошие идеи для того, чтобы продвинуть нашу дискуссию. Если у вас еще будут дополнительные идеи здесь на подиуме и так далее, то, пожалуйста, расскажите нам об этом. Какие риски существуют для прав человека из-за таких террористических контентов и также из-за подходов по регулированию этого, по контролю этого контента? Шерл, может быть, вам предоставлю слово. Мы знаем, что у других правительств есть различные подходы, например, в том числе в сфере регулирования. Аргументация там следующая. Если у вас будут более рестриктивные меры, тогда можно, конечно, проблемы решить легче, но мы считаем, что более рестриктивные законы не понимают и мешают инновации, и сделают интернет более закрытым. Правительстве, которые имеют или регулируют такие, в общем, определенное содержание или контент по терроризму, то это ведет к различным проблемам. Если используются технологические, так сказать, технологические определенные контенты, то это тоже ведет к проблемам. И также решение по... Это может ведется к тому, что будут внедряться какие-нибудь фильтры контента, и они будут влиять уже затем на ситуацию со свободой слова. Мы считаем, что добровольное сотрудничество с технологическими компаниями, со всеми сторонами, является наилучшим подходом. Мы верим в то, что предприятия лучше знают, они лучше знают о том, какой контент есть на своей платформе, как этот контент быстрее может быть погашен, чтобы он не распространялся так быстро. И мы и далее верим в то, что те правила, которые мы видим, и важно здесь видеть, что здесь есть предписания, которые противоречат друг другу. Это может привести к тому, что это станет инспирацией для подавляющих режимов, которые бросают в тюрьму руководителей предприятий и так далее, и осуществляют таким образом подавление политически нежелательных мнений. Есть, например, германский закон по использованию или по решению или, скажем, по ограничению контента в интернете. И это используется некоторыми диктаторскими режимами для своих целей, как аргументация.
Мы должны обеспечить, чтобы у нас, чтобы интернет был открытым, ну и безопасным. И ответы на эти опасности не должны ставить под сомнение открытую сторону или хорошую сторону интернета, которую мы стремимся защищать. Есть еще в Австралии еще следующий закон, который возлагает ответственность на платформы, если они не занимаются устранением насильственного контента. Но большая проблема состоит в том, что платформа обязана проверять, в общем, осуществлять проверку, но это не должно быть допустимым. Например, в соответствии с директивой Европейского союза по онлайновой торговле, чтобы здесь не использовались фильтры или другие средства цензуры. Австралийский закон идет еще на шаг дальше, чем тот закон, о котором уже было сказано, который существует в Германии, а именно закон о реализации мер в интернете. И за этим заложена следующая идея. Если предприятия призываются к ответственности за контент, с которым они знакомы, то это не ведет к цензуре. Но германский закон относится только лишь к контенту, о котором дается извещение или информация. И это обозначает, что международные стандарты, карты учитываются, но то, что происходит, это то, что платформы, если есть определенное давление, чтобы они быстро устраняли недозволенный контент, но им требуется соответствующее время для того, чтобы читать этот контент, анализировать его, и часто быстрее проводится погашение этого контента. У нас есть тоже в Корее есть обязательства по погашению нелегального контента, но многие легальный контент тоже гасится в этом случае, в таких ситуациях. У кого-то была такая странная идея в Корее, что если можно улучшить качество воздуха с помощью каких-то средств стирания, и многие женщины и дети от этого умирали. Эта информация поступила в интернет, но платформы устраняли данную информацию, потому что предприятия, которые производили эти товары, сказали о том, что этот контент был нелегальным. Поэтому платформы устраняли этот контент, эту информацию. И вот это противоположный или ответный язык часто пользуется тем же языком, как и риторика ненависти, как язык ненависти. И поэтому у нас есть, например, в Корее феминистская такая платформа, которая пользуется определенной стратегией и где используется именно тот же язык ненависти против мужчин, с тем, чтобы мужчины сами могли почувствовать, как дискриминируются женщины в интернете. И так как мы пользуемся одинаковым языком, возникают правовые проблемы, юридические проблемы. И только лишь предприятия, и предприятия устраняют весь этот контент, но правительство преследует, несмотря на это, предприятие за то, что они подрывают именно право на свободу слова. Спасибо большое. У нас очень мало времени осталось, поэтому прошу вас очень вкратце, пожалуйста.
Я считаю, что мы все согласны в одном по всему миру – это убирать детскую порнографию из интернета. Но нет конкретных действий. Я знаю, что, например, я вам уже сказал, в Германии запрещено отрицать Холокост, а в Дании это позволено. То есть нам нужны национальные парламенты, которые это говорят. Мы не говорим о риторике ненависти, мы говорим о преступлениях ненависти. И это должно попадать под кодекс, криминальный кодекс. И мы знаем, что в Европе многие контакты убираются. Просто потому, что это нелегально. Мы знаем, что наш закон в Германии показывает, что такие предприятия, как, например, Twitter или Google, приблизительно получают 500 тысяч жалоб в год. Мы, как пользователь, например, говорим, что это как-то связано с риторикой ненависти, и тогда это убирается. Но предприятия сами... Другие предприятия не обязательно убирают все, что им посылается. Они пытаются рассмотреть, что же действительно является нелегальным, что надо убрать, а что надо оставить, потому что это является свободным мнением, выражением свободного мнения. И мы видим, что в некоторых случаях слишком много контента удаляется. Вот это вот давление со стороны общественности, не со стороны правительства, со стороны жертв, например, это то, что привело к тому, что есть теперь люди, которые занимаются именно этим. То есть они сканируют контент в интернете. И это хорошо. Убирать какие-то послания, убирать целые аккаунты экстремистов и целых групп, это значит, что эти группы должны уйти с Фейсбука, с Гугл и так далее. Но они ищут другие возможности, другие площадки. Но с Твиттера и Гугла они исчезают. То есть в какой-то степени это имеет положительные последствия. Спасибо большое. Я хотела еще пару сложностей добавить. Я думаю, что мы очень хорошо поговорили о свободе мнения, выражения. Я хотела просто упомянуть, почему я считаю, что несчастье в Крайстчёрч такое важно, потому что мы говорим о экстремизме, терроризме, мы теперь поговорили о риторике ненависти, но в этом контексте мы об этом совершенно не говорим. Мы говорили о праве свободно выражаться. Надо также упомянуть право доступа к информации, право на частную жизнь, на общение вне этих общественных форумах. Я думаю, что есть пару тенденций, которые очень обеспокаивают. Мы очень часто видим, что некоторые законы хотят действовать, пытаются применять их и в других странах. Это, однако, совершенно неприменимо. Я думаю, что скоро мы увидим правовые сложности, которые создаются. Потом многие говорили о том, что это зеркальный контент. Это мы считаем то же самое. Вы очень интересно нам рассказали о контексте. Это очень важно. Я, к сожалению, работаю на правительстве. Я не знаю, как бы это теперь формулировалось бы, такой зеркальный контент. Мы поняли, что контент очень важный. То есть мы видим в этом, конечно, большую сложность. Что нам теперь нужно, это серьезная дискуссия о том, как мы можем
ясно и как-то узко определить те вызовы, которые у нас существуют, и как мы с ними будем обращаться. Спасибо большое. Теперь сначала вам слово, и потом мы завершаем нашу дискуссию. Спасибо большое. Я хотела бы вначале сказать, что это действительно очень-очень сложно, чрезвычайно сложно. Но не настолько, что мы совершенно не можем действовать. Я считаю, что если мы не будем действовать, это будет действительно большим вызовом, действительно большим риском. Если вернуться к темам, которые мы упомянули, мы говорили о рисках для свободного выражения мнения, и никто не имеет права онлайн показывать, как они убивают людей. Это было то, что было в Крайстчёрч. Я разговаривала с моей дочерью, и ее коллега была среди этих 51 человека, которые их убили в Крайстчёрч. Жертвы должны быть в центре нашей дискуссии, но мы не должны торопиться, мы не должны переборщать, и потому что люди стоят в центре всего нашего действия. И, конечно, мы серьезно об этом говорим, мы очень осторожно все это оцениваем. И я считаю, что больший риск, ну хотя бы с точки зрения Новой Зеландии, это то, что есть, конечно, плюсы и минусы в интернете, но самый большой риск состоит в том, что вот этот яд, который там распространяют, он просто убьет, уничтожит интернет. Вам последнее слово. Нечто, о чем я думаю в контексте права, это то, что вы, в принципе, предполагаете, что риторика ненависти пользуются плохими игроками, исключительно плохими, злыми игроками. Но я могу вам сказать, что это совершенно не так. В основном эта риторика ненависти и злой информации очень тесно связана с другой информацией. Очень часто это происходит от, например, мам, которые в панике, которые страшно испугались, и они вот в этих мамских форумах очень часто так общаются, и это превосходит количество террористов, которые так общаются. И это надо действительно узнать. Теперь у нас есть надзирательные техники, теперь мы можем как-то различить между этими разными группами пользователей, но мы должны понять, что есть совершенно нормальные люди, которые тогда рискуют, что их обвинять в чем-то. Автоматически это, в принципе, почти невозможно создать систему, которая не предвзятая. Вы всегда у вас будет неправильный плюс, неправильный минус в машине, у человека, например. Все равно, о чем вы говорите, о людях, об овощах, все равно о чем. Это всегда, такие ошибки всегда случаются, и над этим мы должны работать. Нам, мы, конечно, можем разработать системы, которые применимы к 80% всевозможных сценариев, но потом нам нужны люди, которые будут это контролировать перед тем, как мы эти системы вообще начнем этими системами пользоваться. И на это я надеюсь. То есть, когда мы начнем над этим работать, то основные данные, протоколы, которые мы разработаем, что мы их предоставим критике со стороны гражданского общества. Все-таки это форум многосторонний. Я на 100% уверен, что если мы возьмем только эту группу, кто-то к нам придет и будет в состоянии проанализировать эти данные и сказать, что вот эта и вот эта группа, например, слишком много представлено или их недостаточной мере представлено, и их надо включить в наши данные. Потом кто-то придет и скажет, я рассматриваю это с правовой точки зрения, это не совпадает и не сопоставимо с такой-то и такой-то мерой, с такой-то и такой-то политикой. Это очень важно. Я, например, никому
не доверяю, кто пришел бы ко мне, я не доверял бы, который пришел бы ко мне и сказал бы, о, у меня искусственный интеллект, который в состоянии эту проблему решить. То есть нам надо это все критически сначала тестировать. Спасибо большое. Я теперь хотела бы предоставить слово публике, посмотреть, что они думают. Я думаю, я так по кругу пройдусь. И потом в заключении мы вкратце еще раз предоставим вам слово. И, ну, пожалуйста, очень-очень кратко. То есть вы должны сказать, какие рекомендации вы разработали в области политики, потом, как вы видите, ИИ. Но сначала, пожалуйста, я покажу вот вам слово, пожалуйста. Пожалуйста, очень быстро и коротко выступайте. Большое-большое спасибо за эту интересную тему. Я из Афганистана. Я работаю в офисе президента, с офисом президента. И я бы назвал это наше заседание, с моей точки зрения, как заседание ИКТ, то есть технологии информации и коммуникации во имя мира. Вы знаете, что Афганистан под большим давлением, и у нас всегда происходят террористические акты и нападения на нас. В чем состоит вклад ваших мер, например, в контексте Афганистана? Наши меры, конечно, глобальные, и тоже годятся в афганском контексте. Талибаны стоят на списке санкций США, и контент, который они производят, тоже у нас под надзором. Теперь я вам хотел бы задать сложный вопрос, прямой вопрос. Мы, конечно, убираем контент талибанов или контент, который их поддерживает. Но как обращаться с таким контентом, если вот они участвуют в миротворных процессах, и они участвуют в каких-то переговорах, например? Это очень сложно для площадки, которая пытается создать объективные стандарты для организации. Это же очень специфический контент тогда, с которым мы обращаемся. Очень просто сказать: хорошо, пусть работают на платформе, и пусть тогда правительства сами решают, что с этим делать. Но тогда это открывает возможности для других, другого вида мошенничества и всяких отрицательных действий. Мы, например, работаем в Шри-Ланке, у нас там недостаточно данных, это совершенно тоже другая ситуация. Только каждая страна работает вот с такими сложностями в разных контекстах, и, конечно, в Афганистане это также. Если вы не хотите оставаться за вашим столом, то, конечно, вставайте, пользуйтесь микрофонами, которые стоят в коридорах. Спасибо большое. Я лично выступаю от своего имени. Я из Индии. Интернет, это же действует на всех, он же действует на всех, вне зависимости от языка или страны, в которой вы находитесь. Если же... Почему у нас нет пока механизма, который в действительном времени может убрать контент? Что же иначе случится? И потому что организации действуют в соответствии со своим действующим правом и не реагируют на тот контент, который поступает к ним из другой какой-то страны. Я, например, из страны, на которую всегда террористы нападают, и поэтому меня это очень озабачивает. Я очень озабочен этим. Я хотела бы вам рассказать о наших том, что произошло в Шри-Ланке. На протяжении 6 часов правительство молчало, только
потом мы начали постепенно получать информацию после того, как произошел взрыв. Президент сказал, я ничего не знал, я получил это, я узнал об этом через социальные медиа. Потом сказали специальные службы, мы уже на протяжении 3 лет вам говорим об этих террористах, почему вы ничего не сделали. Итак, мы знаем, что эти источники не всегда достаточно компетентны, не всегда действуют в самом лучшем интересе народа. Есть множество примеров, где убирание такого контента будет вреднее, чем если, когда демократические государства сами будут об этом говорить. Нет, но есть технологические вызовы для развивающихся стран. Тут мы не говорим о свободе мнения. Здесь речь идет о безопасности людей. Я боюсь, что это слишком философский разговор. Я боюсь, что это очень неудовлетворительно, конечно, как разговор. Но мы продолжаем. Вам слово. Спасибо большое. Меня зовут Калит Фатель. Я председатель ML группы. Хотела с вами бы поделиться чем-то, что, наверное, очень важно для нашей темы, потому что мы являемся в какой-то степени экспертами. ML – это multilingual, то есть многоязычный интернет. И за последние годы мы особенно занимались киберпреступностью, а мотивация, которая стоит за этими группами, которая мотивирует эти группы, вот Брайан, например, занимается антитерроризмом. Для вас это, наверное, очень интересно, потому что мы уже в 2012 году назвали, как мы будем идентифицировать эти угрозы, поликибер и геокибер политические контенты. Речь идет, конечно, только о маленькой доле того, что вообще существует. Я не хотела, в принципе, выступать, потому что нет такой вещи, как глобальная политика. Нет такого, чтобы нам помогло просто сказать, что интернет является площадкой для добра. Это недостаточно. Так конструктивно. Если я бы вас попросил, вместо того, чтобы сидеть здесь на стульях и говорить в микрофон, если бы я сказала вам, сядьте, пожалуйста, на пол и разговаривайте без микрофона, и вам пришлось бы кричать с тем, чтобы вас всех услышали, то это похоже на нашу модель. 2 дня после Крайстчерча я попросил социальные площадки перестать докладывать в реальном режиме. И это такая тенденция будущего. Вы сказали очень хорошо об этом из Новой Зеландии. Это действительно один из вызовов, перед которым мы стоим. То, что случилось в Крайстчерче, невероятно. Я считаю, что ваш премьер-министр была невероятно открытой. Но мы замечаем, что мы очень часто просто реагируем на происходящее, мы не действуем сами. И вот здесь вот на форуме это ведь просто как ток-шоу, мы просто разговариваем. И мы никогда не создадим глобальную политику, глобальные меры, правила того, что приемлемо, что считается правильным в одной стране, в США, например, будет вести. Крайстчерч, например, это в Новой Зеландии. Я тогда был в Лос-Анджелесе, когда молодой человек зашел в школу и расстрелял учеников. Потом хотел бы сказать представителю из Германии, вы совершенно правы, у террористов есть собственная повестка дня. Но нам надо понять, почему
они становятся теми, кем они есть. И понять, как с ними обращаться, только это поможет нам убрать этот негативный контент и также уменьшить угрозу. И в конце я хотел бы напомнить вам всем, Cambridge Analytica имел худшие последствия для нашей демократии и представлял собой большую угрозу для демократии, чем террористы для нашей западной демократии. Я считаю, что это хорошая информация к размышлению. Мы говорим о глобальной модели, но на самом деле это, может быть, будет локальной легислацией, локальным законодательством. И давайте будем ясны. Когда создали Dow Chemical и сказали, что они несут ответственность, это уже переходит рамки нашей дискуссии. Нет, это совершенно не так. Я вам расскажу, почему. Если социальная платформа считает себя технической платформой, технической площадкой, а не публикацией, то они отдают, они не принимают правовую ответственность. И мы должны понять, как же призвать организации к тому, чтобы они служили добру и общественности. Спасибо. Сейчас не обязательно отвечать на этот вопрос. Я думаю, здесь есть различные... Здесь предрассудки, которые, значит... Получается, здесь выражение. Мы не выучились, мы ничему не научились после войны против глобального террора, после 9 сентября. Осуществлен был целый ряд террористических актов, но большая часть жертв, скажем, мы имеем большую часть жертв от государственного терроризма. Если кого-либо мы называем террористом, скажем, мы называем лиц террористами, но, может быть, когда-нибудь следует собраться с ними за одним столом, например, с Талибаном или Африканским национальным конгрессом. В моей стране тоже когда-то являлся террористической организацией. Но надо также и вести с ними дискуссию. Если мы ничему не научились из тех действий против терроризма, которые мы осуществили в прошлом, то это будет все время повторяться. Те, кто занимается исследованием терроризма и стараются понимать этот терроризм, если контенты надо исследовать, и наши исследователи должны иметь доступ к данным контентам, только вкратце. Последнее я хотел именно затронуть, последнее вами затронутую тематику. Я, как бывший ученый, исследователь, благодарю интернет-архиву, потому что я очень много информации получил именно из этого архива. Так называемое сырье для своей работы. Я думаю, здесь существует возможность для действительного реального сотрудничества, и наш форум является здесь очень прекрасным форумом, потому что платформа, как наша, которая устраняет контент, который не соответствует нашим правилам, тогда мы, конечно, мы здесь правы в этом действии, но как предоставить этот контент для исследователей, которые занимаются этим вопросом? Это значит, что мы должны обратиться к этим организациям, мы должны обращаться к правительствам с тем, чтобы у нас было такое-либо пространство для того, чтобы хранить такой материал или такой контент, не нарушая при этом законодательство. Большое спасибо за ваш заданный вопрос. Это очень интересная тема. У нас еще есть время для двух замечаний или вопросов. Вон там за столом. И затем господин там где-то с левой стороны. Меня зовут Мир Кошвар. Я представляю
частный бизнес в Канаде. Меня очень впечатлили те лица, которые собрались на трибуне из исследовательской среды, из предприятий, из политики. Считаете ли вы, что предприятия или компании что существует именно обязательство для государств отслеживать, так сказать, такие моменты с тем, чтобы их можно было бы принудить для определенных действий? Есть ли определенные обязательства, возложенные на государство в этой сфере? Кажется, никто не хочет ответить на этот вопрос. Но, может быть, вы подумаете об этом вопросе. Меня зовут Малком. Я знаю, что это мы находимся на форуме по управлению интернетом. И существует риск, что мы уверим в то, что все проблемы, которые усиливаются интернетом, что они могут быть решены нами на таком форуме. Но протоколы не могут решить все эти проблемы. Мы знаем, что традиционные известия традиционные компании, которые являются традиционными СМИ, они лучше знают часто ситуацию. И поэтому мой вопрос, как вы рассматриваете роль этих национальных компаний, национальных СМИ, потому что интернет является громадной махиной, а традиционные СМИ, они находятся на местах, и для них это является и преимуществами. Как вы смотрите на это, и как СМИ могут внести свой вклад в решение этих проблем? Я очень рад, что вы затронули этот вопрос. Это очень хороший вопрос. Я считаю, что одной из проблем, с которыми мы должны справиться, это следующее. Существует риск, потому что интернет является такой темой для обсуждения и занимает так много места, чем другие средства массовой информации. Но много насилия осуществляется в реальной жизни, в офлайновом режиме. Традиционные СМИ, конечно, находятся в тех местах, где интернета нету. Может быть, есть там доступ к интернету через мобильник или через аппаратуру, но многие, так сказать, контенты распределяются в рамках традиционных СМИ. И для нас это является определенным шансом. Мы, как правительство Соединенных Штатов Америки, уже давно стараемся эти традиционные средства массовой информации использовать для того, чтобы предоставлять, так сказать, послания, направленные против терроризма. И я думаю, мы должны помнить постоянно и то, что является офлайновым миром, потому что он тоже является очень важным. Когда были теракты в Шри-Ланке, была статья в Нью-Йорк Таймс, где было сказано: хорошо, что Шри-Ланка заблокировала Facebook, потому что это, скажем, предотвращает, так сказать, риторику ненависти, а также и насилия. Я мог бы сказать, уже в течение 30 лет у нас ведется гражданская война, и люди умирают. Это мы все сделали без интернета и Facebook. Это центральные политические вопросы, которые не решены. Перемирие. Например, и все это происходит в офлайновом режиме, и это намного больше того, что мы можем сделать шаг за шагом. Мы можем посмотреть на один сектор, обсудить один сектор, как, например, интернет, обсудить определенные платформы, определенные контенты.
и предпринять такие первые шаги. Может быть, другие люди, которые занимаются работой в других сферах, они могут быть решать другие проблемы. Да, многие из наших обществ, наших государств ведут определенные дискурсы, дискуссии, которые, скажем, в которых очень много содержится предрассудков. И с этим возникают проблемы. В нашем форуме тоже есть соответствующие предрассудки. Мы считаем, что хорошая политика в руках хороших политиков решит все вопросы. Но это неправильно, если посмотреть на историю. Это не так. Здесь, может быть, надо найти другой подход, исходя, скажем, из теории игр. И мы знаем, что не каждый действует в интересах других. Роль журналистов и прессы, и СМИ является очень важной. И очень важным является также, чтобы защищать репортеров, защищать корреспондентов с тем, чтобы и предоставлять им соответствующий форум. Был такой случай в Канаде, в таком одном из СМИ. Там проводилось расследование по вопросу ИГЭ, Исламского государства, и были жалобы о том, что их хотели принудить к тому, чтобы они открыли свои источники информации. Таким образом, репортерам мешают работать. Органы, конечно, пользуются нарративом терроризма во многих государствах. Конечно, у органов тоже есть право свободы слова, но они должны быть очень четкими в том, что они говорят. В Латинской Америке многие президенты, статс-секретари в разных государствах постоянно говорят: окей, это высказывание является терактом, но это не так. Часто бывает не так, потому что это просто свобода слова. И таким образом такой контроль может быть использован и для, как инструмент для подавления, для угнетения, для репрессий. Можно, конечно, спорить о том, что деятельность платформ должна быть регулирована, но всегда здесь надо соблюдать соответствующий баланс. Всегда надо говорить, являются, так сказать, законы, которые имеют соответственными или сбалансированными. Если у нас есть очень широкое понимание терроризма, тогда надо следует очень четко следить за тем, чтобы свобода мнений при этом не подавлялась. Большое спасибо за ваши вопросы. К сожалению, у нас больше времени нету. У всех у вас есть еще по 30 секунд на заключительные слова. Но просто прошу вас, не говорите больше этих 30 секунд, потому что нам надо сейчас покинуть помещение. Политические предложения. Я считаю, что предложение по тематике «Надежная гавань» идет слишком далеко. Но та система, где речь идет о устранении информации, которая связана с нарушением, например, различных прав, в том числе и авторских прав, это целесообразно. Там могут быть и устранены контенты, если они не являются нелегальным, тогда их можно опять загрузить. Но вот уже время ваше истекло. Значит, принудительное устранение влечет за собой проблему, что платформы
в их доминантности будут, так сказать, укреплены. В Фейсбуке 50 тысяч человек, которые занимаются проверкой данных. Это значит, каждый, кто хочет конкурировать с Фейсбуком, тому требуются финансовые средства для того вообще, чтобы конкурировать с этой компанией. И это тоже является аргументом против принудительного устранения контента. Мы должны говорить не только об онлайновом мире, а говорить также и о настоящей жизни, о настоящем, о реальности. Я думаю, очень важно обмениваться мнениями и результатами исследований. Почему кто-либо становится террористами? Что нам надо сделать для того, чтобы предотвратить это? Какие превентивные, может быть, и репрессивные меры здесь существуют? Речь идет не только о социальных сетях. Конечно, у этих сетей есть важная роль, они понимают свою ответственность, но я думаю, мы должны расширить эту дискуссию и учиться друг у друга. Очень сложная тема с точки зрения предприятия. Я могу только лишь сказать, что мы должны к нашей ответственности относиться серьезно, мы должны действовать, предпринимать действия, а именно быстро и гибко в быстро меняющейся среде. Я думаю, самым важным является то, чтобы мы чтобы безопасность и общественная безопасность являлась для нас самым важным ведущим принципом. Сложность состоит в том, что я должна здесь назвать ресурс, который является очень полезным, и эта дискуссия нам четко показывает, какие инструменты, какое оружие у нас есть в цифровом веке. Эти инструменты, которые у нас есть для свободного обмена мнениями, они могут быть использованы также и в виде оружия. Я уже говорила о том, какую роль может играть форум, поэтому вот этот Call Research Forum является таким важным. Но мы должны четко понимать, что мы хотим решить и кто несет какую ответственность: правительство, промышленность и гражданское общество. Конечно, есть технологии, которые могут быть использованы как оружие. Мы принимаем свою ответственность как предприятие, но если мы не будем все осуществлять свою ответственность, тогда это ни к чему приведет. Если есть соответствующее обещание, что технология будет использоваться для экономического развития и для будущего, и если мы здесь будем действовать слишком узко, это приведет к соответственному ущербу. Это значит, что в этой дискуссии мы должны четко определить, какие конфликты имеют место. Хотел еще раз повторить, что все это очень сложно, очень тяжело. Речь идет не только лишь о интернете, но также и речь идет и о правах жертв. Просто говорить о том, что мы не можем делать, но важно говорить о том, что мы сделать можем, и что это является именно правильным. Было бы проще все это представить предприятиям и сказать вам, что вы виноваты. Но мы хотим действовать правильно, и давайте мы сделаем это вместе, совместно. Я хотел бы сказать, что нам требуется исследование, больше исследования по лингвистике, по языкам, исследование по тому вопросу, почему это осуществляется в онлайновом режиме, что является историческим условием для совершения вот таких действий. Правительство, кроме того, должны содействовать тому, чтобы были соответствующие цифровые компетентности и знания, с тем, чтобы у нас были в таких цифровых срочных случаях соответствующие, скажем, силы скорой помощи. Вкратце, два момента. Иногда
право не является однозначным, и это часто ведет к консервативному действию со стороны компаний и предприятий. Это, в частности, относится к вопросам, например, представления данных исследователям и институтам. Иногда бы мы хотели предоставлять данные, но часто у нас возникает впечатление, что нам это не разрешено, потому что, например, существуют определенные законы, и мы можем быть наказаны в соответствии с этими законами, потому что мы не уверены. И еще один момент. В ходе наших совместных стремлений один момент является важным. Мы встретились здесь, потому что считаем форум по управлению интернетом значимым, потому что здесь представлен целый ряд людей, которые имеют свое влияние. И поэтому мы думаем, что данная тематика должна обсуждаться и в будущем именно в рамках нашего форума. Для нас вообще является вызовом вообще определить, что является террористическим контентом. Одна из тематик, которую мы должны обсудить, это следующий вопрос. Как выглядит успех? Что является успехом в этой сфере? Мы говорили о ролях, об ответственности. Но я думаю, важными вопросами являются то, что мы хотим или стремимся к тому, чтобы у нас был интернет без каких-либо сомнительного контента, или можем, может быть, не хотим иметь пользователей, которые в состоянии дифференцировать и которые способны справиться с этим сомнительным контентом. Я думаю, что устранение данных или погашение данных часто несопоставимо с нашей верой в фундаментальными правами, и поэтому мы должны найти баланс между хорошей безопасностью и респектом прав человека и свободой слова. Это очень сложный, так сказать, баланс. Я думаю, если правительство принимает решения либо самостоятельно, либо совместно, то эти решения могут получить большое влияние на интернет в будущем. Мы поддерживаем продуктивную роль форума EGF. Мы надеемся, что IGF в Польше, форум в следующем году в Польше, данную тематику опять внесет в повестку дня, может быть, в отношении и других проблематичных контентов. Я думаю, что цензура не является наилучшей реакцией. Мы должны четко определить те моменты, которые входят в свободу слова, и те, которые не являются чем-то, что защищается свободой слова. И здесь грань очень тонка, потому что от этого зависит, что мы запрещаем и что мы будем устранять. Я, конечно, согласен с тем, что мы не можем всю ответственность передать платформе, потому что различные участники должны сотрудничать вместе в таком подходе заинтересованных сторон и развить, так сказать, противоположный нарратив, противоположное, так сказать, мнение. Этот нарратив может быть затем использоваться или быть использованным многими правительственными, но не для того, чтобы подавлять мнение диссидентов или тех, которые имеют иное мнение, как правительство. Большое спасибо. Я думаю, дискуссия показала, что существуют очень важные различия, большие различия в мнениях. Такой форум, как форум по управлению интернетом, сводит друг с другом различные заинтересованные стороны и, конечно, нам очень помогает. Может быть,
Мы не сможем достичь согласия на глобальном уровне, но мы хотя бы можем учиться тому и познакомиться с тем, что делают другие, и, может быть, сохранить возможность для диалога друг с другом или нить диалога и улучшить нашу собственную политику. Большое спасибо, что вы были на подиуме. Большое спасибо публике, что вы все были с нами. И мы рады следующим встречам. Большое